Под протяжные марийские песни и наигрыш гармониста, совсем как в старину, за столом кипит работа. Совершается таинство приготовления национального блюда «Реведа Олма Умбалдена», что по-русски репа с яблоками и сметаной. Богатый витаминами салат готовили из того, что росло в огороде – репа и яблоки в Поволжье, где живут марийцы, продукты распространенные, вот и употребляли их в разном виде. Второе блюдо – подкоголь, вареники. Как и у славян, они могли быть с разной начинкой. Здесь готовили с картофелем и творогом. Всегда дома было молоко, масло. Почему вот начинка – это картошка с творогом? Потому что всегда был творог, и было всегда масло сливочное, была сметана всегда. Для вареников тесто надо тонко раскатать скалкой, нарезать на кусочки и наполнить начинкой. Участники мастер-класса, члены организации «Поможем нашим детям», она объединяет детей с инвалидностью и их родителей. Для некоторых самое сложное – защипывание краев вареника оказалось вполне посильным, потому что делали это не в первый раз. В нашей семье мы не покупаем пельмени, мы сами делаем фарш. Мы сами делаем тесто, специально покупаем тесто, специально мы сами делаем. Мы делали, из хинкали делали. Как и положено, на вечеринке были тут и песни, и танцы, культуру народов Марии. Представил фольклорный коллектив под руководством преподавателя Петрозаводской государственной консерватории Алевтины Войтович. Лена Данилова – студентка первого курса. Она приехала из республики Марий-Эл. Это очень круто, что вообще здесь есть люди, которые слушают и которым интересно. И, конечно же, приятно носить этот костюм и вообще участвовать в таких мероприятиях. Интерес вызвал и народный костюм, элемент женского – украшение маниста. У Алевтины оно оригинальное, досталось от бабушки. Состоит из подлинных монет, самая старинная из которых 1769 года. Ребята знакомятся с культурой, и с кухней, учатся самостоятельности какой-то, учатся, готовят, узнают, ну, кое-что узнают о культуре. Это как бы настолько, вот, как бы такой комплекс, который вот всегда хотелось бы, чтобы, ну, как раз в комплексе ребят ну, что-то легче запомнить. Вот, это, вот, наверное, самый хороший такой формат, и живой, и, в принципе, и родители вместе с детьми, и музыка, и пляски. Поэтому, мне кажется, это было здорово сегодня. Этот мастер-класс организовали для детей с инвалидностью ресурсный центр межнационального сотрудничества, социальный центр Александра Невского собора при поддержке администрации Петрозаводска. В дальнейшем дети с удовольствием познакомятся ближе с культурой и других народов, живущих в Карелии. Светлана Воробьева, Стас Шведов, служба новостей.